На днях Ксения Собчак спешно улетела из России в Турцию. Пока все вокруг судачат о ее эмиграции, телеведущая уверяет, что просто поехала в отпуск. Мол, у пятилетнего сына Платона каникулы в школе, а заботливая мама давно обещала ребенку море и солнце. При этом муж Константин Богомолов, по ее словам, остался в Москве, но и тут у публики есть сомнения. Режиссера якобы видели в аэропорту возле выхода на рейс до Тель-Авива. Как утверждает Пятый канал, в Стамбул блондинка якобы отправилась частным рейсом, арендовав бизнес-джет за 5 миллионов рублей. Для Собчак такие расходы не критичны. Она всегда была девушкой не бедной, а с началом спецоперации на Украине, как оказалось, приумножила капитал, благодаря скачку курса валют. Поэтому теперь Ксения, как заправский финансист, раздает советы россиянам в соцсетях, как приумножить свои богатства. А где реально правдивый совет снимать деньги в банке и класть в ячейку? И никогда, никогда, если кто-то до сих пор не понял, не хранить деньги в рублях, уверенно заявила Собчак в Инстаграме. Почему, блин, столько людей сейчас подходят и говорят, откуда ты знала, когда я до автоматизма всю зарплату сразу переводила в евро и доллары пополам? Если вы не помните годы экономического кризиса, запомните это сейчас. Никогда не храните ни копейки в рубле. Может ли этот совет пригодиться большинству россиян? Вопрос спорный. Ведь заработки телеведущей не сравнить с зарплатами рядовых работников.